Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 мая. Страдание святого мученика Максима. Святой мученик Христов Максим, имея сердце в своем ревность по Боге, увидел однажды, что идолопоклонники не только сами предаются служению идолам, но и других склоняют к этому, заставляя их преклоняться перед языческим храмом. После этого он стал молиться Богу о том, чтобы он прекратил гонения на христиан и многих неверующих сам крестил. Один раз, когда совершалось служение идолам, и все язычники усердно стали сходить и приносить в жертву своим богам не только животных, но и людей, святой мученик, не вынося такого зрелища, вошел в среду идолослужителей и всенародно обличил их, назвав идолов их деревом и камнем, бессильными даже самим себе оказать помощь. Тогда язычники схватили его и сильно сперва избили, а потом побили его камнями. Так и скончался святой мученик в 250 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.